Привет всем! Меня зовут Татьяна Андреева. Сегодня мы сделаем маленькую интерьерную весеннюю клумбу своими руками. Этот DIY будет простым и незатратным по деньгам. Приступим! Сначала сделаем заборчик. Для его изготовления нужен картон. Можно использовать любую коробку, например, от чая или кукурузных хлопьев. Из картона вырезаем такие полоски. 4 штуки длиной 14 см и 4 штуки длиной 8 см. Ширина полосок 1 см. Еще нужно вырезать такие детальки в виде заборчика. Теперь все эти заготовки обклеиваем белой бумагой с обеих сторон. Дальше из полученных картонных заготовок собираем заборчик. Это совсем не сложно. Из обычных стаканчиков от йогурта я сделала горшочки под цветы. Вы можете украсить горшочки на свой вкус. Цветочки будем делать из кухонных вискозных салфеток. Если есть фетр, используйте его. Для одного цветка вырезаем 6 кружочков диаметром 2 см каждый. Отрезаем от кружочков один край на глаз, примерно вот так. Накладываем каждый лепесток на предыдущий и сшиваем их вместе по нижнему краю наметочным швом. Получилась такая заготовка. Соединяем первый и последний лепесток вот так и прошиваем. Затягиваем нить, фиксируем ее и отрезаем. Получилась такая заготовка цветка. Из желтой салфетки сделаем тычинки. Просто нарезаем полоску в мелкую бахрому и закручиваем ее в трубочку. Приклеиваем либо пришиваем тычинки в центр цветка. Еще подготовим стебелек из спички или зубочистки. Покрасим ее в зеленый цвет лаком для ногтей, либо красками или обычной зеленкой. Из зеленой салфетки или фетра вырежем чашелистик. Проткнули чашелистик в центре, продели стебелек и приклеиваем эту часть к цветочку вот так. Получился такой цветочек. Для своей клумбы я сделала 18 цветочков, то есть по 9 в каждый горшочек. Лист бумаги сминаем в комочек, вставляем в стаканчик, проделываем отверстие для цветочков. Далее наносим горячий клей на нижнюю часть стебелька и вставляем цветочки в подготовленные отверстия. Закрыть белую бумагу можно импровизированной травой, то есть просто нарезать тонкие полосочки зеленой бумаги, слегка смять их и поместить в горшочки. Ну вот и все готово. Таким бюджетным способом у нас получилась весенняя композиция, которой можно украсить подоконник или рабочий стол для поднятия настроения. Хорошего вам настроения, благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!